график с утра до ночи, грубые пассажиры и вообще это работа для возрастных людей. Примерно такое порой можно услышать о работе кондукторов трамваев. Однако практически все это мифы, которые мы сейчас развеем. Работать МУП управления трамвая Кирилл, Артем и Меркес пришли примерно в одно время. Каждый из них студент, поэтому главное – гибкий график. И каждая смена длится по 5-8 часов. То есть ты можешь, например, выбрать, я сегодня поработаю с утра, либо я поработаю после обеда. Да. Расскажи, какие были смешные ситуации? Ну, у меня часто спрашивают и про возраст, и про номер телефона. Ну, чаще всего, изредка могу сказать, но очень редко. Так можно друзей себе на вагоне найти. Я тоже сколько уже со многими познакомился, со многими начал общаться. Мне вот всегда было интересно, что в сумке у кондуктора. Давай небольшой обзор сделаем. Наряд для заполнения сегодняшней смены. Чековая катушка для терминала и билетики. Рабочий день кондуктора начинается так. Заполнение наряда на день, отметка у диспетчера и приемка вагона. Приемка вагона происходит перед выездом, наличие чистоты, полностью все ли закреплены оборудование, в том, что у нас дружный коллектив. Бывают пассажиры грубят, что поделать, люди у нас разные, так что не огорчаться и работать с улыбкой. Сначала я, когда пришел, мне... Ну, как бы стажировку дали. Сначала день, чтобы, ну, понял, как все, ну, действует, работает. Поначалу у меня прям очень много безбилетников было. Многих зайцев ловил? Очень много. Даже, ну, вплоть от детей до бабушек. Чаевые давали? Да. Несколько раз положительных эмоций больше, чем негативных. Сейчас в МУП управления трамвая требуются новые кондукторы. При устройстве на постоянную основу выплачиваются подъемные 30 тысяч рублей сверх зарплаты. МУП управления трамвая приглашает на работу как постоянно, так можно и на сезон временно, на такие специальности, как кондуктор трамвая и монтёр пути. В принципе, на сезонную работу можно в том числе и студенты. Весь социальный пакет, который положен для всех работников, он, конечно же, распространяется на всех работников. И официальная белая заработная плата – это и гарантированный отпуск. Следить за тем, какие еще вакансии открыты, можно в социальных сетях МУП управления трамвая, ВКонтакте или Телеграм-канале. Вся подробная информация доступна по телефону 43 31 39. Дарья Белева, Александр Семенов, телекомпания АТВ.